Как вам сегодняшняя игра? Ну, игра как игра, не знаю, особых таких моментов не было. Мы двигались меньше, другая команда двигалась больше. На самом деле, в этом вся причина. Причина поражения, я скажу сразу. Вот. Больше особо ничего добавить не могу по этому поводу. Единственное, еще ребят было много замен, у нас было всего 7 человек, поэтому так, 2 менялись. И если было побольше, хотя бы 2 четверки, было бы, конечно, намного легче. Тем более, закрытое помещение, дышать нечем, поэтому вот. В следующих матчах еще заявите кого-нибудь? По-моему, я, честно говоря, не помню, заявки уже отданы. Но если это возможно, мы будем узнавать. Естественно, желательно заявить побольше народу. У нас есть вот на 2 четверки. Не все смогли. Поздно ехать далеко. Вот, поэтому так, в принципе, народ есть. Те, кто футбол любит, любят в него играть, они, естественно, приходят на все игры. Те, кто так заявился, и все, они... Их и не будет ни разу. Вот. Ну и какой результат будет приемлем на кубке для вас? Ну, если быть откровенным, сборная Герцена, конечно, не лучшая в городе. Хотелось бы пройти просто подальше. Загадывать нет смысла никогда. Лучший ты, худший, не имеет значения. Желательно, конечно, просто пройти максимально дальше. Все. Спасибо. Пока. Вам спасибо. До свидания.